Всем привет! В сегодняшнем видео я хотел бы вам показать всю ту суперэффективность айкидо против филиппинского ножевого боя. Много лет назад, скажем так, я сделал одно видео для моего старого YouTube канала, и это видео кануло в лету. Оно там собрало хорошо просмотров, но оно кануло в лету. Бывает такое. И благодаря такому понятию, как видеопиратство, у меня теперь есть возможность показать вам это видео снова. То есть, один человек, один знакомый с Москвы, скачал себе это видео и выложил в одной из групп о боевых системах. И под названием «Вот что нам прислали наши японские друзья». Ну, во-первых, я хотел бы со своей стороны выразить ему спасибо за то, что он все-таки даже таким образом сохранил мое видео. Единственное, что там один нюанс, он удалил заставку и концовку этого видео. Но само видео осталось с моим логотипом, со старым логотипом про Sport & Hills. Поэтому сегодня я вам показываю вот это вот видео, в котором показан действительно, ну скажем так, весь абсурд системы айкидо в работе против нападения с ножом. В общем, смотрите видео. Да, спасибо надо сказать Михаилу Шилову, травматологу из Москвы. Благодаря ему у вас есть сегодня возможность посмотреть это видео. Ну и, конечно, не забудьте подписаться на этот канал и поделиться видео с друзьями. Всем удачи, пока. So I thought today what we could do is just kind of give you guys a little bit of exposure so you can see what a skilled knife fighter looks like when they move, when they attack, how they think about defending, and how they think about dealing with the weapon. It's interesting because when I've practiced with Jeff, if I try to do a disarm, and he doesn't want me to do the disarm, you're in trouble. All right, so I go here, if I'm going to do like a kotegaish, like this kind of a movement or something, and then you can not let me do that. Okay. Or if he gets it further and he starts to go there, I can still, so I can counter that right here. So it's very elusive. The knife is, there's a reason why it's saved for as a very high level art, you know, part of the art, because it's, you can, you know, I can go. So it's, you know, I can. And even if he gets it, you know, here, you know. So it's, you know, I mean, it's not 100%, and I'm not going to be 100%, and he's not going to be 100%, but you need to be aware of what this can do.